Так, ну что, скачали наш архив. Вот он, распаковали. Сначала нам нужно установить драйвера. Вот в этой папочке у нас драйвера. Выбираем, под какую систему нам, 32-битную или 64-х. После установки драйверов нам нужно зайти в саму программу прошивки. Открываем программу. Load пакет, то есть загрузка прошивки. Прошивка у нас вот находится вот здесь. Открываем ее. Ждем, пока подгрузится все. Подгрузка пакета. Так, прошивочка у нас подгрузилась. Теперь выключаем планшет. Пока не подсоединяем его. Нажимаем старт прошивки. И теперь нажимаем кнопку уменьшения громкости и подключаем к кабелю. Пойдет процесс прошивки. И когда планшет прошьется, он у вас автоматически включится. Ну, на этом прошивка будет закончена. И на этом все. Подписываемся на мой канал. Будет больше видео, больше полезной информации. Если что-то не получается, задаем вопросы в комментариях, подскажу, чем смогу.